Paradigm Geophysical – это компания, которая поставляет программное обеспечение и услуги нефтяным и сервисным компаниям во всем мире. Мы представлены в 22 офисах в 19 странах мира. То есть наша задача в конечном итоге, наше программное обеспечение в конечном итоге – добыть нефть быстрее, дешевле и с оптимальным, с максимальным эффективным использованием всех ресурсов. Самое существенное – это изменения в процессе принятия решений, которые мы наблюдаем на протяжении вот последних 15-20 лет. Если мы посмотрим на российский нефтяной рынок лет 15 назад, большинство геологов боялись персонального компьютера, боялись компьютера вообще и не доверяли информационным технологиям. Если типичным для нефтяной компании 20-летней давности были совещания, на которых все стены были завешаны бумажными картами, то сейчас типичное совещание в нефтяной компании – это рабочий зал, в котором установлено проекционное оборудование, которое управляется компьютером с моделью месторождения, которое находится внутри этого компьютера, и программным обеспечением, которое позволяет с этой моделью работать. Все специалисты из разных дисциплин, которые принимают участие в этих совещаниях, имеют возможность говорить на одном едином языке, языке графических образов. Таким образом, это все делается очень быстро, в десятки раз быстрее, чем это было буквально несколько лет назад. Геофизики и геологи, которые раньше и не мечтали о дорогостоящих Unix рабочих станциях, которые стоили дорого, теперь им доступно обычные персональные компьютеры. Если рассматривать, как IT-бизнес влияет на наших клиентов, то действительно огромное влияние, особенно за последнее время, и в плане увеличения вычислительных мощностей, и, соответственно, более качественного решения задач, и, соответственно, экономии времени и средств, это для наших пользователей. Российская нефтяная промышленность уже интегрирована в мировую экономику. И вопрос конкурентоспособности, вопрос эффективности функционирования компании, он уже становится вопросом выживания компании. Если вы не используете информационную технологию, вы будете принимать неэффективные решения, вы будете принимать решения позже, чем их нужно принять, и в конечном итоге вы не выживете на этом рынке.